Ты глупец. Я согласен с тобой, Азимус. Амнитрикс предназначался не для тебя. Я его создал для твоего деда, величайшего санитара в галактике Млечного Пути. Но это же я его нашел. Случайно. К сожалению, структура твоей ДНК была сходна с ДНК Макса, поэтому ты смог надеть амнитрикс. Почему вы не забрали его у меня? Я хотел это сделать, но твой дедушка убедил меня, что ты лучше него. Он сказал, что за тобой будущее. Правда? Почти сразу я подумал, что совершил огромную ошибку. Твоя дерзость и ребячество производили плохое впечатление. О. Но потом я увидел, как ты взрослеешь. Увидел твою храбрость и изобретательность в использовании амнитрикса, о чем я и не подозревал. А ведь я фактически являюсь самым умным существом в трех галактиках. Я бы даже сказал, в пяти. Но потом я вас огорчил. Да, огорчил. Я слушался моего приказа, взломал амнитрикс и превратил Кевина в монстра. А теперь ты отдал мой амнитрикс самому опасному существу во вселенной. Скажите мне, что делать? Как победить Вилгакса? Как спасти Землю? Без амнитрикса нам ему будет не так-то легко победить, верно? Да, верно.